трем подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня мы будем делать дедредики. Для этого нам понадобится несколько пачек каниколона. Ну, по идее, стандартное количество дедред это 40-44 или даже 46 штук, но это зависит от их длины, размера и как бы от предпочтений. Я сделаю из белого каниколона. Он немножко запутался, и здесь длина, ну, где-то сантиметров 100, наверное, может даже чуть больше. Чтобы начать плести, нам надо разделить на несколько равных частей, как бы желательно, чтобы они действительно были равными, потому что это определит толщину наших дредиков. И если звук внезапно переключится, то есть я буду... То есть у меня пойдет озвучка, не пугайтесь, это нормально. Я болею, у меня сейчас в любой момент может сесть голос. Для плетения вам понадобится вешалка. Мы будем вот с этой штукой работать. Остальную просто удобно держать. Крючок на 0,5 мм, вот он. Он в колпачке просто. И расчесочка железная, ее лучше всего приобретать в магазинах для животных. Крючок вообще можно пока воткнуть как раз таки в дедреды, это же удобно. Думаю, что я возьму вот такую часть каниколона. То есть, если ее скрутить вот так, она будет не очень широкая, потому что его придется сложить в два раза. Еще как-то надо сделать это, чтобы оно не спуталось. Для этого лучше всего подойдут всякие резиночки. Парикмахерские резиночки такие маленькие, либо резиночки для плетения браслетов. Ну, я думаю, если у кого есть младшие сестры или кто занимается плетением браслетов из этих резиночек, те найдут. Пока вот это все я скручу, потому что даже одна дрединка плетется ну, большое количество времени. Возможно, их нужно отмочить где-нибудь, чтобы они не так путались. Может быть, даже выпрямить, но я не рискую это сделать, потому что они путаются просто жутко. И, возможно, это так только с белым каниколоном, потому что обычно, когда я покупала каниколон, он был более послушный. Вы должны немножко начесать железной расческой, ну, собственно говоря, с железными зубчиками каниколон. В принципе, можно начесать сразу весь, а можно работать сегментарно, как это делаю я, то есть небольшое количество начесываю, потом беру крючок на 0,5 мм и убираю лишние волосинки. Немножко скручиваю дредину, втыкаю в нее крючок, протыкаю ее крючком, потом наматываю на крючок волосин, потом наматываю на крючок выбившийся каниколон, обвиваю его несколько раз около головки крючка и продеваю сквозь дредину, немножко в процессе ее скручивая. Таким способом мы добираемся до самого кончика. И когда мы уже делаем кончик, нам нужно его либо обрезать и спаять. Это можно сделать, в принципе, либо зажигалкой, либо когда вы уже сделаете дредину полностью, взять плойку и немножко подкручивая его, спаять.
Далее, когда часть нашей дедрейдины почти готова, ну, кончик, да, я его не обрезаю пока что, мы снимаем ее с вешалки, видим, что здесь вот остается такая петелька. Чтобы было легче продевать, я просто возьму ниточку. Моя ниточка привязана к дредам, так что, возможно, мне будет легче, потому что не нужно будет брать сразу два ее кончика. Продеваем в эту петельку. Берем еще часть каниколона, желательно такую же, как какую мы брали для первого дреда. Ну, потому что мы хотим, чтобы наши дреды получились все-таки хотя бы одного размера. Ну, приблизительно тот размер. Немножко скручиваем. Потом берем эту ниточку и завязываем ее вокруг каниколона, то есть вот так вот. И продеваем второй конец петельку. Я надеюсь, у меня сейчас тут ничего не застрянет. Ну, как бы с той стороны, с которой мы вынули. И продеваем ее сквозь это ушко, каниколон. И один кончик вынимаем. Желательно второй придерживать, чтобы лишние волоски, ну, как лишние, не такие лишние, но, короче, чтобы они не вылезли. Далее мы складываем это пополам. Желательно, чтобы все было ровненько. Желательно, чтобы все волоски были в этом дредике. Вот так вот. Лучше ее зафиксировать какой-нибудь резиночкой на то время, пока вы будете проводить манипуляции с вот этой вот дредой. И крепим ее на этот раз уже вот этой части вешалки. Далее мы снова берем расчесочку и начесываем уже, как бы не пытаясь отступить, не пытаясь оставить вот эту вот петельку, начесываем сразу сюда. И повторяем все манипуляции, которые мы делали с этой дрейдинкой. Вот у меня ее кошка схватила. Она их любит. И далее мы должны будем, во-первых, обрезать кончики, то есть сделать, то есть придать им тот вид, которые мы хотели бы видеть, ну, на самих дредах. Немножко довалять вот эти вот места, которые у нас будут выбиваться, ну, то есть поработать там крючком, чтобы они были более-менее ровные. Я знаю, что она у меня получается не очень ровный и не очень презентабельный, но я постараюсь это в процессе, так сказать, изготовления скрыть, исправить, что ли. Вот, и нам нужно будет, когда будет готова вот эта часть, обрезать кончики, взять плоечку и аккуратно вот так вот их скручиваю в одном направлении, вот в том же, в котором мы плели. Я скручиваю все в правую сторону, чтобы не забыть об этом, и так удобней, по крайней мере мне. И пройтись по ним плоечкой. Тогда каниколон немножко запаяется. И, собственно говоря, на концах подержать ее чуть подольше, потому что, ну, закрепление будет лучше. На моих дрейдингах это, в принципе, видно, что вот тут вот кончики запаяны. Конечно, они получились не очень ровненькие, но я думаю, что у вас получится гораздо лучше.
Спасибо за просмотр этого видеоурока. Если вам он понравился, ставим лайки. Если нет, дизлайки. Как бы оставляйте свое мнение об этом в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, потому что у меня на канале очень много всяких интересностей. И всем спасибо за просмотр еще раз. И всем пока.